Здравствуйте. Несмотря на то, что у меня в руке много напечатанных прекрасных притч, сегодня я хочу рассказать одну из своих любимых. Однажды к старцу пришел послушник и задал вопрос: как мне реагировать на то, когда меня хвалят и когда меня ругают? Старец вывел этого послушника во двор и подвел к коряге, которая лежала посреди двора, и говорит этому послушнику: «Обзывай и бей ее». Тот послушник начал ее костерить последними словами, пинать, плевать в нее. Тогда старец остановил его и говорит: «А теперь хвали». Послушник рассыпался в похвалах этой коряги, о том, какая она самая прекрасная коряжистая коряга во всем мире. Старец остановил его и спрашивает: «Ну, как коряга реагировала на твои похвалы, на твои ругательства?» «Да никак», — ответил послушник. «Вот и ты так же реагируешь».